Уважаемые участники чемпионата, просьба всех ответить за счет удачи. Участников с каждым турниром у нас все больше и больше. Как бы теннис становится, смотрю, популярный в массах. Я думаю, что это будет не последний турнир, будем проводить его часто, очень часто, минимум 2-3 раза в год. Было только одно возрастное ограничение от 16 лет. Вот. В принципе, ограничений дома не ставили, потому что, как показал опыт, иногда приходят дедушки в 63-65 лет. И довольно-таки активно из такой сленг выносят нашу молодежь. В моєму селі, якщо ти не займаєшся спортом, то, мабуть, тебе навіть не будуть признавати як людину, оскільки людина повинна бути розвинена гармонійно у всіх сферах.